На показ беспардонщина. Привет, Чика Московская. Привет, Ксения, привет. Рада тебя видеть, слышать. Ребятки, ем Макдональдс. Привет, Си, привет, 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 мои сладкие, привет, мои девочки, мальчики, в том числе. О май гад. Так, ну что ж. Как многие знают, последние новости, я буду пить на Краса России. Что хочу сказать? Конечно же, волнуюсь. Потому что на Мисс Москва я пела на автопати. Пела на автопати, и... Ну, там как бы такая аудитория была более вечерняя, и мне такая аудитория, она больше заходит. Я себя чувствую очень... Уверена в такой аудитории. Тут же я буду петь на Мисс России уже на основной сцене. Представляете? Точнее, ну, Краса России, Мисс России. Сколько там народу будет, я не представляю. Это будет Сочи, это будет ноябрь. Владимир, привет, привет. Реклама сколько стоит? Зайдите, пожалуйста, в мой пиар-аккаунт, он указан в шапке профиля. Менеджер Ирина ответит вам на все вопросы касаемо рекламы. Селена, ты вообще спишь, да? Ты сводишь тату, да? Ну, как бы и да, и нет, не знаю, думаю пока еще. Короче, Краса России, я там пою, замечательно, все. Один вопрос мы конкретно, значит, уладили. Это прекрасно, я считаю, это прекрасно. Что еще, что еще? Слушайте, я вообще планирую сделать свои трафареты переводные. Татуировки в виде луны. Мне нравится. У тебя есть любимый человек? Если любимый человек, это я. Мою любовь к себе, мне кажется, ничем не перебить. Описалась такой она красотка, конечно. Да, Люба, это вообще. Я очень, знаете, я вот прям люблю людей, которые мне близки по духу. Очень харизматичная девчонка. От нее можно тоже много чего научиться. Так вот, значит, буду петь на Краса России. Я буду петь свои два трека. Уже сейчас второй трек в коротеньких шортах выходит. Что еще? На День города я тоже буду петь. Понимаете, уровень поднимается. Очень красивая, суперская. Спасибо. Что ты зарабатываешь за ночь? Достаточно. А тебе сейчас есть косметика? На мне тушь. Остатки туши. В стрип-клубе вы танцуете? Я танцую в Хефнер. Так, ребятки, у меня очень сильно нагрелся экран. Я перезайду попозже в прямой эфир.